Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. График внеплановых проверок кировских строительных компаний подготовят к 1 февраля. Об этом накануне сообщил глава администрации города Илья Шульгин. Соответствующее письмо уже направлено в Ростехнадзор. По словам Шульгина, комплексные проверки застройщиков, эксплуатирующих башенные краны, ведутся с прошлого года по всей России. В списке 76 кировских организаций. Проведение проверок рассчитано до конца 2019 года. Сейчас надзор усилит. Кроме того, комиссии должны изучить соблюдение и других правил безопасности на площадках. Это касается наличия у строителей спецодежды и обуви, касок, страховочных тросов при работе на высоте, уточнил глава администрации. Напомню, причиной внеплановых проверок кировских строителей стало ЧП на улице Мопра, где в прошлую пятницу кран упал на жилой дом. Повреждение двухэтажного здания в течение ближайших дней оценят эксперты. По итогам проверки будет принято окончательное решение о возможности либо невозможности его ремонта. Дайджест недвижимости. Жители Октябрьского района научат грамотно тратить средства со счета капремонта. Семинар организуют представители госжилинспекции и Центра местной активности. Он пройдет сегодня в библиотеке имени Пушкина на Преображенской, 74. Тема встречи – порядок расходования средств со специального счета капремонта. Отчетность – основные ошибки. Обучение начнется в 5 вечера. Дополнительную информацию можно получить по телефону 44 36 07. Дайджест недвижимости. Список отелей, намеренных нажиться на постояльцах во время чемпионата мира по футболу, опубликовал Ростуризм. На сайте ведомства указаны заведения, которые неоправданно повысили цены, нарушив тем самым постановление правительства о регулировании стоимости гостиничного обслуживания. Самое большое превышение пока обнаружили у гостиницы «Агора» в Калининграде. На время проведения футбольных состязаний владельцы отеля установили ценник в 129 тысяч рублей за номер в сутки. В обычное время, согласно данным сайта Booking, этот же номер стоит всего 3000 рублей. Таким образом, предельная стоимость искусственно завышена более чем на 5000%, отмечает в Ростуризме. В черный список уже занесли 41 гостиницу из Калининграда, Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Самары и Краснодарского края. Ранее новости о резком повышении посуточной аренды квартир поступали из Саранска, который также примет матчи чемпионата мира по футболу. На время соревнований с 16 по 28 июня средний ценник на посуточную аренду квартир в городе составляет не менее 30 тысяч рублей. Связано это с тем, что места в гостиницах практически раскуплены. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.